Творчество разных народов на одной сцене. Во второй день фестиваля «Многоликая Россия» проходит отборочный этап. Ансамбли и сольные певцы прибыли из 17 регионов страны. Фестиваль ко Дню народного единства в очередной раз объединил людей разных национальностей и конфессий во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. В условиях пандемии конкурс проходит без зрителей. Тем не менее, каждый коллектив и участник демонстрирует многообразие культур народов, населяющих Россию. Мы приехали, как говорится, себя показать, на других посмотреть. С необычным номером выступил ансамбль «Казачки Кавказа». Зрелищное выступление девушек с саблями и сильным голосом произвело большое впечатление на жюри. В этом году председательствует Илья Петренко, заслуженный артист Чеченской Республики, дирижер Государственного симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.